канун 1 мая в Иваново стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». В ходе ее традиционно волонтеры, в основном молодежь, раздают прохожим оранжево-черные ленты, как символ патриотизма и гордости за свою страну. Символ памяти, боевых заслуг наших дедов и прадедов. Первая 1000 ленточек разошлась буквально за несколько минут. Еще более 6000 предстоит раздать до Дня Победы. Дань памяти – это очень хорошая патриотическая акция, которая еще раз нам говорит о том, что мы страна победителей, о том, что мы должны помнить и чтить наших предков, которые подарили нам жизнь. Вот и сегодня наша молодежь раздает эти ленточки жителям города, чтобы они носили эти ленточки на лацкане пиджака и гордились тем, что мы страна победителей.